Всем привет, с вами Катя. Это у нас 30-я часть The Sims 4 психушка. Всем приятного просмотра и всем приятного аппетита. Так, Максимке надо досуг повысить. Давай, досуг. Играть. Пускай он у нас поиграет. Не знаю, вот. Невероятный спорт. Как интересно звучит. Прям не могу, прям так интересно. Пускай. Лолоджи у нас что-то поджимается. Так, давай это мы сюда возьмем. Так, это мы сюда. Давай сюда. Так, навыки. Ой, то есть потребности. Все, давай, играй. Так, хоть посмотри, что за игрушка. Вот ты играешь, как она выглядит. Невероятный спорт, да? А, ну это футбол. Футбол она играет, короче. Ну ладно, пускай играет в футбол. Отлично. Дунька наша спит. А, Сонька. Дунька тоже спит. Екатерина Алексеевна, удовольствие повысился. Отлично, шикарно. Все, Макс тоже у нас повысил. Так, давай, выбрасываем мусор. Начинаем уборку. Через час он должен приступить к работе. Все отлично. Приступишь к работе через часик. Ты что, блин, сидишь? Ты что сел? Сидит как будто. Давай. Тебе еще на работу ехать. Давай. Хава. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Нет, не надо мне пускать. Ладно. Все. Жалко, конечно, что так нельзя робота-пылесоса отправить. Ну, что ж поделаешь, ладно. Хотя бы так. Лучше, чем вообще никак. Так. Давайте поперематываем пока уж. Пока наши психи тут занимаются своими делами. Будем перематывать. Раз уж так получается. Максимка у нас на работе. И психи наши перематываются. Пошли в садик. Или что, нет, не в садик, да? На веранду, или как он там называется? Екатерина уснула. Док что-то стоит тут. Тоже, походу, спать хочет. Спать хочет, а не может почему-то пойти поспать. Лечь, хотя две кровати свободные. А, он готовит хорошо. Ну ладно, пускай готовит. Сейчас что-нибудь приготовит. Что с тобой будет? О, приготовил. Правда, на одну персону. Непонятно это что такое, вообще он приготовил. Уже это съел, и сейчас непонятно. Ну, блин, посуду бы помыл за собой. Так. И вот так. Все, хотя бы так. Хотя бы более-менее зато чистенько. Максим теряет известность.
Надо известность повысить у Максима. Хочу так готовить собралась у нас Екатерина, то есть великая. Готовить что-то у нас собралась. Лиса тоже. Или она йогурт взяла. Наверное, перекусить. Что-то она готовит. Ну, что такое? Бутерброд с ПЛТ с вегетарианским беконом. Ха, прикольно. Прикольно. Наверное, вкусно. Покушали наши психи. О, молодец, Екатерина, спасибо тебе. Ой, это сломали. Так, заменить. Все, заменили. Так, Максим пришел домой, он принес денежку. Ура, ура, ура. Денежка, 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 денежка пришла. Так, сходить. Блин. Твою налево. Дайте, блин, в туалет сходить человеку. О, сюда иди. Отлично, шикарно. Так, теперь надо ему. Так. Надо было что-то перекусить. Быстро перекусить. Голубое молоко. Ну пускай голубое молоко будет. Голубое молоко. Голубое. Blue milk. Если бы у меня было на английском. Так. О! Как оно хорошо повышает. Так. Досуг у нас не очень. Ладно, пускай. Хотя, может быть, наоборот, надо прибрать. Наоборот, прибрать, и тогда у нас, наверное, досуг. И так будет сильно улучшаться. О, смотрите, досуг повышается. А я даже не знала, что из-за этого у нас досуг повышается. Вымыть пол. Это вообще шикарно. Вообще отлично. Ладно. Что, отправляем нашего Максимку спатеньки. Так, давай иди спать. Пускай у нас ложится спать. Все остальные у нас пошли работать. А как и даже опешу, когда рядом с ним остановилась. Ага, стать до ножкам. Не поддаваться на покрасить детективу. Не, не надо. А только следующий будет. Не останавливаться. Не направилась, не отправилась. Короче, кролик общения. Угу. Что у нас там дальше? Готовили, готовили, не доготовили. Угу. Так, короче, не получится, да? Это что они собирались готовить-то? Чили с овощами. Ладно. Психи, короче, у нас ушли. Максимка у нас спит. Ой. Чем бы заняться? Ну, видите, весенний какой красивый город. Цветочки. Зелено, все красиво. Зима тоже красиво было, беленько, все красивенько. О, наши психи приехали. А это кто? А, Лоджио, ты в шляпе? А, нормально. Мелкий авторитет. Повысили его до мелкого авторитета. Ну, что, молодец, молодец.
Поздравляю с повышением, как говорится. Так. Вот. Ну все, пускай Максимка наш спит. На этом у нас все. Это была 30-я часть The Sims 4 психушка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Катя. Всем пока-пока.